Как думаете, как пройдет ваш спектакль? Ну, замечательно. Замечательно. Кого вы играете? Мы играем Мумитроллей. Мумитроллей? Ты читаешь? Опасное лето. Ребята, они когда поют, они преображаются. Вот это видно сразу по лицу, по интонации. Они знают, что делать. Они как рыба в воде, когда они поют. И это удивительно. И музыкальная часть, и вокальная, и эта творческая работа, которая проходила с таким количеством детей, это, конечно, великое дело, то, что вы делаете.